Это один из моих аквариумов. Небольшой скромный водоемчик, населенный креветками. Вот такой вот пейзажик у меня получился. В растение большей частью анубисы, мохмоноселениум, немножко ричи, немножко колодофоры. Тут небольшой эхинодорус. И неподалеку от него вот здесь вот цефаландра. Такие разбросило листья. Вот так, одна сторона мало освещена, там в основном мох моноселениум, ему свет не нужен совсем. Если он освещен, покрывается очень быстро водорослями. Вот, а анубиуса света много не надо тоже. Вот ее тут чистят креветки. Если такое что-то появляется, там они это убирают. Вот она красненькая.